По легенде учений, возгорание произошло на втором этаже здания. Незамедлительно была объявлена учебная пожарная тревога. Все находившиеся внутри люди в считанные минуты покинули здание суда. На учениях даже время затягивается, чем в боевой работе нашей. Так как в боевой работе пожарные активизируются, у них более слаженные действия происходят, те, которые они отрабатывали на занятиях. К тренировке была привлечена нештатная пожарная команда объекта, личный состав которой провел разведку и установил, что людей в здании суда нет. Параллельно с ними в помещении работали прибывшие огнеборцы 2-го отряда Федеральной противопожарной службы, которые оперативно ликвидировали условный очаг возгорания. Я доволен результатами, которые получились. Есть небольшие шероховатости, но это первый этап учения, это первая ласточка. Все вышли. Никто не остался. Мы проверили, в том числе и нештатная пожарная команда установила, что людей в здании нет. Всего в этом году в здании Тихоокеанского военного суда запланировано 4 таких тренировки. Цель одна – обучить личный состав, служащих и судей грамотным действиям во время реального пожара. Дмитрий Беломестнов, новости на Восьмом.